Последствия разрушительного весеннего паводка до сих пор ощущают на себе жители нескольких сел Солонешинского района. Так, в райцентре люди до сих пор остаются без полноценных речных переправ, которые пострадали от разгула стихии весной этого года. Вот такой мост у нас замечательный сделан в Солонешинском районе после паводка для грузовых машин. По этому мосту ездит школьный автобус, возит деток. Вот этот мост у нас временный, как был, так и есть, хотя обещали, что в течение месяца мост будет другой. Временная ненадежная конструкция вместо обещанного капитального строения соединяет две части села Солонешное. Трубы просто засыпали щебнем. По словам местных, в метель и при гололеде ездить по нему страшно и даже опасно для жизни. К слову, подобная ситуация сложилась и в селе Сибирячиха. Ну, невыносимо. За одной ямы выпрыгнул, в другую упал. А идут КАМАЗы, везут сюда уголь, в школу, садик отапливается. И КАМАЗы эти, может, и кто-то даже провалится, скорее всего.